Многие ошибочно думают, что сервировка стола не имеет большого значения. Но на самом деле никто не знает, а вдруг завтра вы окажетесь на приеме у английской королевы. Стандарты европейской сервировки стола подразумевают правильное расположение вилок, ножей, ложечек и пирожковых тарелок в зависимости от заказанных блюд. Так как есть несколько видов сервировок, это предварительная, исполнительная и дополнительная, начнем мы с вами с исполнительной сервировки, которая готовится перед, например, открытием зала ресторана, зала кафе или перед началом обеда, завтрака или ужина. Приборы находятся в логической последовательности, чтобы было удобно кушать. Предварительная сервировка как раз-таки используется при обслуживании какого-нибудь фуршета либо банкета. Суть ее в том, что заранее известно меню, поэтому количество тарелок, приборов уже заранее обусловлено сотрудниками, которые занимаются обслуживанием этого мероприятия, и количество приборов и количество тарелок и размер тарелок будет соответствовать требованиям заказчика. Существует третий вид сервировки, который называется дополнительная. Она используется в ресторанах и в кафе в зависимости от того, что заказал гость. Но уже когда он пришел и в течение всего обслуживания может дозаказывать какие-то блюда. Поэтому минимальная сервировка на столе все-таки присутствует, но официант по мере заказанных блюд может менять сервировку на столе.